Правительство Румынии выделит 2 300 000 евро на реставрацию городского особняка семьи Донич, расположенного в Кишиневе и включенного в реестр архитектурных памятников. Речь идет о здании по адресу улица Бенолеску-Бадони, 35. Правительство одобрило помощь в 11 800 000 леев для реставрации исторического архитектурного памятника национального значения в Кишиневе на улице митрополита Гавриила Бенулеску-Бадони. Таким образом, 50% от общего бюджета поступит от правительства Румынии в рамках грантов 100 миллионов евро, выделенного Румынии и Республике Молдова. После реставрации особняк может стать архитектурной жемчужиной Кишинева, написал в Фейсбуке министр культуры Серджио Продан. Помимо того, что благодаря этому проекту мы возродим архитектурный объект, являющийся частью культурного наследия, после реставрации здесь будут размещены несколько структур, ответственных за охрану национального наследия. Речь идет, в частности, об Институте культурного наследия, Агентстве по инспектированию и реставрации памятников и Национальном агентстве археологии, отметил чиновник. По данным Министерства культуры, первые документальные сведения о здании датированы 1863 годом.